поклажи так. Ну, а? Спасибо, мальчик. Святик, Мира, летим? Да, 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 да. Святослав, мы где находимся? Она говорит, что не будет такого. Разве вчера не приносили конфеточки? Вот такие. Парварда. У нас идет, если заказывать чай с парвардой, это ваш бульончик. Парварда должна быть. Ну, сейчас я принесу. Парварда будет парварда. Пожалуйста. Маме, да. Мама вообще будет в восторге, да? Да, не знаю. Ты что хочешь сказать? Мама, что ты была красивая и... Покажи, Мира, ты где? В Крыме, в Крыме. На грязях? Да. Тебе нравится? Да. Иди купайся, обмывайся. Разговорчики, ну когда дела? Вчера, мол, погода хорошая была. А новый президент Запа обожает. По телеку сказали, все подорожает. А я вот день рождения не буду справлять. Все заебало, пиздец нахуй, блять. Купили фруктов, овощей.
А? Покажи кухню, как готовишь. Кухню? Давай. А тут у нас вот это, обед. Иди покажи, какая картошечка. Давай, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Ох, какой молодец. Иди сюда, иди ко мне, пойдем кушать. Папа, у тебя же еще что-то светилось в кармане. Это телефон, наверное. Папа, давай посмотрим. Иди за стол. Иди за стол. Смотри. Владик, кто сядет? Да. А Владик это... А папа иногда как тебя называет? Как старшего брата звать? Как звать? Сева. 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 Эй, я тоже не дотянусь. Берите, берите. А можно печеньку вот такую? Можно, это сухарик. Thank you.
поклажи так. Да. Светик, Мира, летим? Да, да, да. Ну, Святослав, мы где находимся? Она говорит, что не будет такого. Разве вчера не приносили конфеточки? Вот такие. Фарварда. У нас идет, если заказывать, чай. Фарварда, это ваш бульончик. Фарварда, должна. Ну, сейчас я принесу. Фарварда, быть фарварда. Пожалуйста. Молодец! И маме, да. Мама вообще будет в восторге, да? Да, не знаю. Ты что хочешь сказать? Мама, что ты была красивая и... Покажи, Мира, ты где? В Крыме. На грязях? Да. Тебе нравится? Да. Иди купайся, обмывайся. Покажи, Мира, ты где? В Крыме. На грязях? Да. Тебе нравится? Да. Иди купайся, обмывайся. Готовлю уже. Да, вот так вот у нас. Самое козырное место около стены вот этой. Никто бы не думал, что тень так дорого стоит. Вот сейчас купили фруктов, овощей.
А? Покажи кухню, как готовить. Кухню? Давай. А тут у нас готовится это, обед. Иди покажи, какая картошечка. Давай, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Ох, какой молодец. Иди сюда, иди ко мне, пойдем кушать. Папа, у тебя же здесь что-то светилось в кармане. Телефон, наверное. Папа, давай посмотрим. Иди за стол, иди за стол. Смотри. Владик, кто Святик? Да. А Владик это... А папа иногда как тебя называет? Как старшего брата звать? Как звать? Сева. 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 Эй! Я тоже не дотянусь. Берите, берите. А можно печеньку вот такую? Можно, это шикарно. Ребята!
Заходи. Большое. А мы что, старые? Мы вообще не старые. Мы не старые, да. Мы молодые. Мы молодые, большое. А мы что, старые? Мы вообще не старые. Мы не старые, да. Мы молодые. Мы молодые. Ну, за один раз, понимаете, мы все это понимаем, что особо многого там мы не получим, но забавно просто. Не пойдешь? Нет, не хочешь? Точно не хочешь? Иди сюда. Иди ко мне. Тогда... Покажи, Мира, ты где? Грызу. На грязях? Да. Тебе нравится? Да. Иди купайся, омывайся. Готовлю ужин. Да, вот так вот у нас. Самое козырное место около стены вот этой. Никто бы не думал, что тень так дорого стоит. Вот сейчас купили фруктов, овощей. Иди покажи, какая картошечка. Молоденькая, крымская картошечка. Давай, поднимайся, поднимайся, поднимайся. Ох, какой молодец. Иди сюда, иди ко мне, пойдем кушать. Папа, у тебя же здесь что-то светилось в кармане. Это телефон, наверное. Папа, давай посмотрим. Иди за стол, иди за стол. Смотри. Папа, иногда как тебя называют? Как старшего брата звали? Как звали? Сева. 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 Эй! Тоже берите, берите. А можно печеньку вот такую? Можно, это сухарик. Мира, ты сегодня в грязи, тебе понравилось? В грязи, да. В грязи, да? Еще пойдем? Нет. Свет, а завтра пойдем в грязь купаться? Если мне не понравилось, я не пойду. Хорошо. Ну, ты потом тоже скажешь, понравилось или не понравилось. Мама говорила, что... Have you ever had a day where you feel like you lost your way? And it feels like you have no space. You just keep on losing faith. A moment of silence will take us away from here. You're the ghost in my soul on that long endless road. You're the one who won't let go anymore. Well, I'm jumping on a jet stream, boxing with the wind. I'm on the road to nowhere, and everything's in pieces. I'm closing all the doors. I'm moving west to where the sun can find me. A moment of silence will take us away from here. Take it back. Live a little, cry a lot. Oh,
иди. Иди, оставь меньше. Ручки вдоль тела. Ручки. Так, и рисуй шею вот так, где палочки будут по шее. Умница. Хорошо, все. Сейчас я раздаю красочки. Очень красиво. Я сфотографирую, маме отошлю по рисунку. Почек. Выше к небу идет нас росточек. Поднимаемся на колени. Ставим одну ножку. Ставим вторую ножку. Поднимаемся выше. Что я нарисовал? Вот это и прямые. А дальше как? Так, дальше. Зачем эти чертежи? Не знаю, я сама не понимаю, зачем. Что там есть?
смотри, ну давай хочешь, можем Мира. Радужный хвост. Ты что рисуешь? Следующий цвет. Какой-то оранжевый был, желтый. А точечковую полосочку потом. А у меня есть. А у меня. Прилетел. Вот ты где. Эй, земля! Чего? Ну что, из-за звука не подходит. Деревянную? Все, это уже много раз видел. Так, ну я не. Можно так? Да. Сейчас найдется Алиса. А я здесь. Да? Только что сейчас шарики бросали с Сашей. Научилась, да? Да. Завтра она зовет. Она тоже из Питера. Да, уже ему так классно, это вообще, то есть почувствовал себя ребенком. В шарики поиграл, в Кастаньеда путь воина прошел, с утра йога, хак. Да, уже ему так классно, это вообще, то есть почувствовал себя ребенком. В шарики поиграл, в Кастаньеда путь воина прошел, с утра йога, хак. Stand alone. We need love.
Настоящий, видите? А, я себя. Я попробую. Я попробую взять одну монету за другой. Смотри, потом крокодил летает. Что? Крокодил летает. Папа, крокодил может. Крокодил. Летать может? А кушать будет? Папа,
почему у тебя там в телефоне там вот эти денежки, пап? Пап, назад. Это кошелек мой. Кошелек? Номера 174, Урал. Пока-пока. А это пока. Тоже мама еще. Это и лакешевская мама. Да, да, да. Давайте, мы вас любим. Ну что, тебе нравится? Может, сюда перенесем? Давай, сядь. Давай. Повернись. Здесь будем жить? Да. Тебе нравится? Да, здесь очень вам нравится. Это тропический остров, тебя встречает самый настоящий пират с кружкой пива и становится понятно, куда ты приехал. В общем, да, там очень классно было, что там нет дорог, нет мотиков, машин, все ходят босиком, везде песочек есть вот возле причала. Ура! 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 Ура!
back from Beijing. I gotta know, ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? Cherry kisses on my chin. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia?
Thank you.
your cherry kisses on my chin. Ooh, Molly, are you stuck in no style?